Всем привет, с вами Маша, вы на моем канале. Сегодня у меня крайне необычное путешествие, такого у меня не было никогда. Я еду в лагерь! Влог с лагерем! Я всегда очень мечтала поехать в лагерь, и мне интересно действительно, каково это. Сегодня я не в такси, сегодня меня везет мама. Привет, мама! У нас, кстати, вообще какой-то трэш получился. Мосты разведены все, я не знаю, как мы сейчас попадем на вокзал. Но сначала мы едем за Евой, да. Привет! Крошиха моя пришла. Привет. Мы тут у вокзала. Алло, ты что зависла? Мама, телефон забыла в машине. Объехать нашу маму, мы их потеряли. Ребята, я села с бутылкой в поезд. Я не знаю, где Ева, она, конечно, потерялась. Но вот, короче, я вместе с бутылкой в поезде. Ну ладно, вот, это шутка. Вот Ева, мы сели в поезд, там мама. Пока, мама. Что ты смотришь? Ты смотришь YouTube-шорт, да? Ой, давай посмотрим это видео про ноги. Ой, тут такая музыка качает. Да? А ты послушай. Ты послушай. Мы едем на трюку Кленова. Ева, ты чем занимаешься? Я слушаю песенки. Крестики, нолики. Окпон, ясно. Окпон, ясно, реально, ребят. Кто не пон, всем пон. Влог с лагерем! Спортзание. Спортзание. Вот мы когда... Нам туда, Ева, нам туда. Ребятишки. Оказалось, что мы первые, ребят. Капец. Мы самые первые пришли, и оказывается, никто сейчас из ребят не пришел. А я думала, что вот все там, кто вот толпятся, это вот уже нет, пришли. Да. Короче, сейчас надо будет регистрироваться, какие-то там флажочки получить. Ой, да, уже не страшно. А мне не страшно уже. Все, мы теперь официально эти лагерцы, спортзаи. И скоро уже прибудет автобус, нас дадут. Лагерь. Нет, это же хорошо, что нас зовут лагерь. Я на самом деле очень рада. Наконец-то мы отдохнем от родителей. Да. Ребят, прикиньте, короче, нас с Евой расселили. Мы теперь, короче, в разных комнатах, в разных группах. Я в старшей, она в младшей. Нам сказали, что нас поточно переселят в одну комнату, но, скорее всего, это будет не сегодня. Мне очень страшно. Игра начинается, и сейчас мы будем играть, тише едешь дальше, будешь мне страшно. Все, ребята, мы идем. Офигеть, ребят, смотрите, куда чемоданы кладут. Я просто в шоке, я впервые такое вижу. Ксюша, не переживай. Давай. Ой, это мой... Все, ребят, нас сдают в детдом. Кто-то поедет в багажнике, кто не поместится. Чур мы с Евой. Пока. Влог с лагерем. Ес. Ребята, мы приехали. Смотрите, это отель. Ну, чемоданы забыли, идем за ними. Бали! Ты где танцевать? Да. Круто. Что ж, я пока что одна в своем номере. И пока его нету, я думаю, что могу провести пока что рум-тур подробненький. Зеркало. Привет. А вешалочки тут у нас вот такие вот. Хотя что, не знаю, для чего. Это, видимо, сумки ставить, когда приходишь. А шкаф у нас здесь вот такой вот. Это, если страшно, можно прятаться от вожатых, я думаю. Ну, вообще, на самом деле, это шкаф для одежды. А полочки. Тут даже вот кружки у нас есть. Холодильник у нас есть. Кстати, я не заметила с самого начала, что там холодильник. Ну ничего, конечно же, в холодильнике у нас нет. Чего-то, вот, лампы тут всякие разные. Ой, как хорошо стало сразу. Вот еще одна лампа. Она как-то включается, как прикольно. Ёкарный бабай! Что я сделала? Здесь вот такой вот тоже шкафчик. Это, видимо, что-то прятать. Это вот золотых, например, сухарики, которые они называют запрещенкой. Здесь телефон, можно кому-нибудь позвонить. Ой, вы слышите этот голос? Нас прослушивают. Алло, ты спишь? В общем, две мягкие, высокие кровати. О! Нет, они не мягкие. Картина у нас какие-то камыши. Мы забрались в камыши. Ванная комната. И, конечно же, у нас вот так вот красивый королевский трон. Как же без него жить? Зеркало, раковина. Ну, в принципе, все, что как нужно. Тут для зубных щеток. Тут мыло, как я поняла, да. Моющие средства, да?
Да, моющее средство. Я потом это уберу. Ну и, конечно же, гвоздь программы. Это шикардейный балкон. Свежий воздух. Дождь, конечно, идет. Ну, слушайте, это шикардосный вид. Сейчас у нас, получается, будет ужин, а потом его, надеюсь, заселят ко мне. Мне никто не сказал, что сейчас ужин. Прикиньте, я иду. Сейчас одна просто по коридору. Я даже не знаю, где находится ужин. Вот первый этаж, но я, короче, думаю, что здесь. А где? Я потерялась, капец, ребята. Что мне делать? Влог с лагерем! Ура, меня нашли, теперь я наконец со всеми. Сейчас буду выбирать себе ужин. Я у... Мы на вечеринке, нас поделили на какие-то пакеты. Надо было придумать название и логотип Umbrella. Да, потому что Академия Umbrella, да. Долгий день. Его уже легли спать. Я его вон лежит. Я тоже лежу сейчас, короче, потуже ложиться спать. Всем спокойной ночи. До завтра. Влог с лагерем! Доброе утро, мы проснулись, а точнее нас разбудили. Сказали: вставайте, девчонки. И включили какой-то трек про утро. Я проснулась сразу, а Ева просто, ее будили 15 минут. Она вообще сидела, и только когда включили трек «Солнце Монако», она проснулась. Это такой угар был. Сейчас будем собираться на завтрак. Все, ну, пойдем. Я вот тоже уже... О, платочки забыли! Вот они у нас вот так вот здесь лежат. На, забирай свой зеленый платочек. Блин, мы потеряли, кажется, Валю. Идем быстрее. Мы поели, и сейчас идем на уроки английского, да? Сейчас мы идем выбирать комнату. А, хорошо. Я вообще не успеваю снимать какие-то нормальные кадры в свой блог, потому что настолько быстро меняется наше время. Я просто уже стала максимально дисциплинированным ребенком. Мы с девочками сейчас на спортплощадке, сейчас вообще играли в бадминтон. И до этого еще вообще играли в какую-то очень странную игру «Вороны и воробьи». И смысл игры в том, что становятся две линии, люди становятся спиной к спине друг к другу, и вот мы были воронами, другая линия была воробьями, которые к нам спиной стояли. Воробьями. И вот, и когда кричат «вороны», мы должны на них нападать, и типа вот так, их должны обнять, схватить. Мы их схватили, тогда они типа проиграли. Ну вот, и когда, а когда кричат вот «воробьи», то они должны нас схватить. Мы с девочками кушаем. Всем приятного аппетита. А нас обед. Спасибо. У нас сейчас был еще урок английского. Мы занимались английским. Нас обучали английскому носители языка. Теперь мы American girl. Теперь мы American girl, реально. American girl. Йоу, мы в комнате. Только что закончился тихий час. Я вот тут какие-то трюки вытворяет. Я не снимала почему на тихом часу, потому что было бы очень громко, и меня бы точно спалили. Рассказываю историю вкратце. Я, короче... По-тихому. Я вообще живу на 5-м этаже, девочки, которыми я ходила, на 4-м этаже живут. Не знаю, как я проскочила. Получилось по лестнице пробежать. И я просто у девочек тусила в комнате. Было прикольно. Да. И мне шоколадку девочки подарили. Мы, правда, ее почти уже съели. Я пошла тоже к девочкам. Что? К нам зашел Андрей. Мафию брали. Реально, блин, завидую тебе. Вот, и, короче, потом, типа, он такой: Ева, а где Маша? Я думаю, что отвечать-то? Типа, я сказала, я не знаю, ну, может, в туалете там, типа, я... Палец. Это не палец. Это не палец. Это не палец. Он, а что куда это? Он смотрит? Куда он смотрит? На палец. Смотрите внимательно. Палец, это палец. Это не палец. Да, это палец. Да, блин, а что это? Палец, это не палец. А я тебе плаваю. Ту-ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту. Что? Имба, вот это реально, вот это трек прям для лагеря. Ролики, две Миланы в домике. Укатились наши шарики за ролики. Улыбаемся, разгоняя тучки. Люди обзываются, что мы не почему. Отпусти, не путю, ну кому я говорю. Влог с лагерем.
за самолет. Короче, наконец-то идем в бассейн. Я не знаю, где Ева. Я почему-то нет в комнате. Я надеюсь, что с ней все хорошо. Она дошла уже до бассейна. Короче, нам сказали купальники одеть там, не одевать. А я одела сразу. Да. А, это ты, Ева? Давай. Как можно быстрее иди, одевайся. Быстрее давай. Давай, я уже оделась, я пойду, окей? Блин, ну... Ну просто нам сказали, 2 минуты у нас на переодевание. Поэтому давай, ты догоняй, если что. Давай. Это минуты, открывайте! Это что, кусок из The Third Become Human? Откройте, это полиция! Что у вас здесь происходит? Дискотека. Дискотека. Ци! Жестко, ребят, кто не понял, Си. Ци! Дискотека? Да. Это очень красиво, мне очень нравится. Иду краски. Су! О, да, я знаю эту песню, круто. Йоу, мы готовы купаться, боже, что это за смешарик. Ева тоже смешарик. Боже, у нее шапочка как у этого Хазбика. У меня как бомба, честно говоря. Мы сейчас идем купаться, всем пока, потому что телефон я сдаю в этот, ну, телефон я сдаю в шкафчике. Влог с лагеря! Мы покупались и сейчас куда-то идем. И очередной день закончился, но не для нас, Ева, потому что мы пока что еще тусим. Сейчас будем шоколадки кушать. Да. Достань шоколадку. Шоколадку, шоколадку, шоколадку. Кстати, мне девочки спасли, они дали мне черную ручку, которую я сейчас рисунок делала. Это бебрик. Видите, такое лицо прикольное. Его, конечно, не очень видно, но, короче, это бебрик. Смотри, а, вот, вот, вот еще пластик, которые мне девочки подарили. Нежнейший шоколад. Вот нам, в принципе, все нравится. Ау, я ногой ударилась. Я, наверное, сейчас это тянем. Влог с лагеря! Мне сказали торопить людей с 4 этажа. Сейчас пойду их торопить. А, да, я же забыла сказать, что наступил новый день. Давай, мяч! Попробуй перекинуть отсюда! Попробуй перекинуть отсюда! О-о-о! Спасибо! У нас английский. Привет. Сейчас мы вписывали To the good old days When our mama sent us to sleep When now we're stressed out Wish we could turn back time To the good old days When our mama sent us to sleep When now we're stressed out Влог с лагерем! Что это? Я сейчас просто сидела, ко мне позвонили девочки, видимо, мои подруги, я не знаю. И, короче, они включили, мне 13, да, собой. Но зато богатый. Я не знаю, что так. Мне просто звонил резко телефон. Капец какой-то. Кажется, мы сейчас будем заниматься танцами, да? Мы в танцевальном зале. Прикол. А нет, я ошиблась. Мы будем сейчас не танцами заниматься, а у нас, короче, факультетные... Всякие задания факультетные. И сейчас мы вместе с Дашей будем делать упражнения на логику. Мы 4-й факультет. Есть бабушка. Ребят, у нас есть бабушка. Задание на внимание. Смотрите, ребят, найдите здесь. Сколько надо? 10 отличий найти? Девочка? Ребят, надо найти 10 отличий. Нашли 4. Мы снова пришли в бассейн, но, к сожалению, блин, я так бы хотела снять для вас бассейн, но, к сожалению, нельзя, потому что мы телефон оставляем в шкафчиках, чтобы их не утопить. Ну, в общем, как-то так. Йоу. Влог с лагерем! Ребята, круто, всем дали премии, смотрите, все такие крутышки. У тебя позитив на максималку, да? У нас у одной девочки вообще премия Шанбрэн, вот и Даймон. Что? У меня нет премии. Почему? Я не знаю, мне не дали. Сейчас идут, значит. Ребята, долгожданная премия. Долгожданная, самая долгожданная премия. Долгожданная премия кафедры. Оскар присуждается красивой Марии в номинации «Лучший блогер». Спасибо, засмущали. А теперь кушать. Влог с лагерем.
Делать по очереди. Мы снимаем в лайв. Ребята, да, все, смотрите. В общем, после этого нам сказали, что мы каждый будет проводить свои уроки в своих комнатах. И я решила сделать урок фанфиков. У меня первый посетитель на мой урок. Это Алиса. О май гад. Ребята, самый неожиданный гость. К нам пришел Андрей писать фанфики. Про кого ты хочешь написать фанфик? Ой, фанфик. Я хочу написать фанфик. Влог с лагерем! Мы сейчас будем делать маски. Что там внутри? Переведу бабушку через дорогу, помогаю. Переходи. Нет, нет, нет. Мы завтра уже уезжаем, да? В 15:30 Ев. Да. К нам, короче, заходила Валя. Короче, блин. Так трогательно было. Вот, короче, блин. Не лагерь жестоко к семье. Делаем макияж, а я учила фанфики писать. Нам подарили, знаешь, что? Что подарили? Нам подарили, смотри, что. Подарили вот такую лапку. Прикольно. Котики нам сказали, что мы блин, прикольно. Влог с лагерем! Всем добрый день. Сегодня последний мой день в спортзале. Да. Они, я думаю, уже все, наверное, дождались, потому что нам сказали, что через 7 минут надо выходить на спортивные игры, а я уже собираюсь как минут 15. Люди обзываются, что мы как вилипучки, навсегда мы друг для друга ЛП. Поехали! Добрин, ДДМ, Сайды! Третий, они тоже получают 10 баллов. Dead inside! Dead inside! Dead inside! Dead inside! Dead inside! Dead inside! Влог с лагерем! Пятна, 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 пятнышки везде. Уже нам пятна, 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 пятнышки везде. Мы уже собрались, выходим из номера, у нас здание. Всем привет. Общаемся с девчонками. Да, я вообще сейчас заплакала. Я вообще не хочу уезжать, короче. Мы уезжаем. Я из автобуса украду. Давайте. Пока. Да. Пока, Алиса, мой пух. Пока. Вы что такое делаете? Я сейчас разревусь. Пока. Обязательно. Ну, хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Девочки, еще раз можно вас обнять? Не уезжай. Глисоед. Это что такое? Я тебя хочу. Нет, только не эта песня. Я сейчас еще больше разревусь. Ребята, вы что творите? Разлетаются краски. Я не могу больше. Лицо. Все, мы идем. Встретились с мамой. Привет. Ладно, не плачьте, не плачьте. Еще приедете. Надеюсь. Чего? А тебе? Просто милашка. Я положу это под чехол. Спасибо большое. Что вы делаете?
вместо воды в кулерной или что-то другое. Я снимаю влог. Привет. Расскажи потом, как вы справились. Нет, вот это миляж. Супер. Вау, ты чего? Ты умеешь так рисовать красиво. Ну кому я говорю? Не путь, я люблю. Взлетает на крас. Влог с лагерем. Все, мы с Евой уже едем домой. А если ты хочешь тоже классно провести время в спортзале, как провели мы, то промокод, вот он на экране, и ссылочка на их сайт будет в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока!